have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Итак, на сегодня Fear and Hunger. Пойдем мы сейчас, наверное, к супермясному человечку. Нужно будет с ним немножечко пообщаться. Вроде как я посмотрел на то, как у меня все это раньше получалось. Так, не сюда. Насчет колец вроде как есть некая тактика. Я пересмотрел прошлое видео с нашим боем, и вроде как я, наверное, что-то понял. Теперь у нас есть, к тому же, чуточку побольше... Так, у девочки трясутся руки, это, конечно, супер. Так, мы хоть правильно идем? Да, правильно идем. Так вот, после того видео я глянул, вроде как можно было бы удрать от нашего друга Лька, потому что вот этот вот ход подземный, он ведет нас... Погоди. А, тут нету этого прохода, серьезно? О, я тогда на минуточку заблудился. Сейчас я соображу, где. Вот, ну, нам вроде сюда. Нам вроде сюда. Угу. А, погодите. То есть у нас подземный проход есть только в прошлом. Его нету... Ой, наоборот, только в будущем. Его нету в прошлом. То есть вот сейчас мы туда идем. Да, мы же пришли туда, куда надо. Да-да-да, точно. А вот. Но здесь у нас... Так, давайте я... Вот ее немножечко покормлю. 53, блин, на самой границе. На тебе еще. Чертов факел. У меня же больше нет факелов. Ну да, короче, хана менталки. Попробовал я, кстати, сейчас вот до записи немножечко попрактиковаться в... Вот видите, тут прохода этого нету. Решетки на полу очень крепкие, мне даже об этом говорят. Я уже на секундочку просто подумал, что мы же могли сбежать через вот эту решетку, но потому что все происходит в прошлом, сбежать мы не можем. И поэтому нам придется с ним именно драться, и на выходе тоже придется с ним драться. Но, с другой стороны, нам с ним пришлось бы драться в любом случае по той простой причине, что это один из... Это один из больших боссов, которых нам необходимо вольнуть. Сейчас, что у нас по менталке? 75. 75, в принципе, это довольно удовлетворительно. Так, ты пока что возьми акульи зубы. Миазму мы сейчас дадим Дарс, потому что... Она вроде... Я ее вроде как тренировал на фехтовании. Это очень простая истина, но почему-то мне понадобились ваши комментарии, чтобы осознать, что если ты тренируешь человеку фехтование, то, наверное, нужно бы... Чтобы у него был меч. Так, что у нас по свиткам? Кстати, да, пробовал я пустые свитки. Не получается. Не знаю почему. Возможно, из-за перевода. Возможно, из-за того, что я как-то... Не так что-то делает. Так. Рыцарь искупления — это особое подразделение Ватикана. Погодите, это мы все с вами читали. Я думал, что у меня, может быть, там свиточки какие-то будут хорошие. Ну ладно. Хилки у нас вроде как есть. Давайте клона подвесим. Сделаем все как нужно. Я надеюсь, что у нас все получится как нужно. Принести оболочку, да. Оболочка, несись в жертву. Где этот? Вон он. Иди сюда. А, так. Ну, чё, мочим его... Так. Предмет. Может, у меня много взрывных флаконов. Можно его немножечко пошарашить. Торс. Жалко, ему нельзя отдельно по ногам накидать. Уязвим. О! 746. Отличнейше. Неплохо. Неплохо.
6-6, промах. Вообще красиво. Вот, этот бой получился хорошо. Так. Оболочку разрываем потихонечку. Она же не лопнет раньше времени, я надеюсь. Можно аккуратненько это все сделать. Миазму я после боя с вот этим вот чувачком я заберу у Дарс, наверное. Дам ей какой-нибудь мечок попроще. Опа. Из мученика течет кровь. Суперски. Подойти мы к нему не можем. Но кровь потекла, сложилось все, что должно было сложиться. Так, измученный, истощен, сильно избит. В глазах горит огонь, обыскать, ничего нет. Он еще дышит, к сожалению, блин. Оставить его. Идемте, подеремся с ним там, внизу. Вот этот вот перец. А что, если мы его просто обойдем? Я просто в прошлый раз не захотел к нему даже подходить. Но тут же вроде как есть... Да, точно, да. Я это вспомнил. Тут есть такая штука. Тихо! Пай заткни. Блин, ну там ничего нет. А, это все было, короче, зря. Ладно, давайте тогда с этим супер местным пацаном подеремся. Посмотрим, что у нас из этого получится. Да, обойти я это не могу вообще никак. В смысле слабеет от голода? Ты чё? Так, атака... в торсятину заряди ему предмет. Блин, у меня есть две синих и две красных травы. Я мог бы их смешать вообще-то. Ну ладно, у меня есть еще три смеси. Взрывной флакон, к черту. И атака вот в него. Хорошо. 725, красиво. Хорошо. Вот, прекращает свои атаки, вступает ближе к центру бассейна. Суперски. Эту фазу мы быстренько тоже пролетели у него. Отлично. Вот, начинается сейчас самое адисче. Так что... Блин, а чего у него в этот раз как-то... А у него руки остались в этот раз. Ах ты говна кусок. Их можно кусать. Хорошо. Третье кольцо. Давай вот так вот. Девочка, предмет. Лечись. А ты у нас ударишь по второму кольцу. Надо ему руки убивать. Ай, блин. Да ёлки-палки, вы чё? Заклинило, заклинило, он испуган. Ну, блин, ну так он девочку убил. Ну, ёпперес, это как так некрасиво-то получилось. А, ладно, сейчас вернемся. Ну что ж, мы опять здесь. Опять с нашим другальком. Попробуем ему сначала руки поотрубать. Хотя я не знаю, чем он это даст. Ну, может, он, по крайней мере, меня не сидит будет. Посмотрим. Вот эту рука явно минус должна была быть, да. После 700 с чем-то. Еще красивый криточек. Так, нет, 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 нет. Ты у нас предмет. Давай ты у нас что, камнями покидаешься? Попробуем его перевести, ну, блин, в эту стадию перед тем, как он. Нет, блин. Ну ладно, у волчицы больше 60. Это что за страшный урон такой? Так, хорошо, по крайней мере, теперь у него не осталось рук. Волчица, как обычно, промахивается. Атака по третьему кольцу. Ты у нас предмет. Кстати, да, на этот раз у меня не такое удачное сражение получилось. С его первой формой меня чуть-чуть потрепали. Ну, ладно. Да каким? Да блин, чувак, ты заманал своими цепями. Заклинивает, нет? Да, третья заклинила. Первое колесо мучений заклинило, теперь оно уязвимо. Теперь он напуган.
Теперь я по нему попал. Да, волчица такая на 300. На тебе, другалек. Теперь предмет. Флакон, пожалуйста. По центральному. Давай, избиваем его просто. 300. Флаконом его, кровотечением, страхом. Та, чтоб тебя. На 1200. На 800. Так, хорошо. Колеса... А, все! Все, фух. Вот это была хорошая стратегия. Это была хорошая стратегия. Колесо мучения вместе с измученным снова погрузится в бассейн крови, так же бесшумно, как и поднялось из него. Ты чувствуешь, как тысячелетия мучений промелькнули перед твоими глазами, тебе почти жаль этого измученное божество. Но радость от великого достижения многократно превосходит жалость. Это не просто твое достижение. Что-то внутри тебя начало меняться. Вращение шестерней страха и голода ускорилось и привело к действию иные механизмы. Ты забираешь измученную душу. Вопрос. Хилок у меня вообще же не осталось, да? Блин. То есть у меня, по сути, нечего покурить. Ну, вообще хорошо. Так, что мне нужно сделать? Мне нужно кусок ткани, чтобы волчицу еще больше не покоробило. Мне нужно... Блин. Наверное, забрать у тебя миазму, потому что... Ты же не сможешь с ней управляться. Там. Что у нас одноручное хорошее? Скиметар 57. Акульи зубы. Тесак. Акульи зубы 67. На тебе акульи зубы и ходи со щитом. А я буду ходить с вот этим вот копьем двуручным. Мне, в принципе, нормально. В переулках становится подозрительно тихо. Как же это супер классно. Так. Слабеет от голода. Черт. Короче, да, я его убил, но у меня ни хавчика, ни менталки не осталось. Ну ладно, за менталкой, допустим, я сейчас схожу. Что мне с едой делать? Давайте я, наверное, через подземелье вернусь. По-моему, так просто будет короче, что ли. Не знаю, сейчас посмотрим. А потом... Да, у девочки трясутся руки, это я в курсе. По-моему, был прав... Да, левый вход, левый, крайне левый вход. У нас будет вход в подземелье. Надеюсь, тут ничего теперь не завелось. Эти ящики... Ой, ящики, я же все обыскивал. Да. Хорошо. А как это ты живой? Не подскажешь мне, другалек? Я ж тебя в прошлом... А, ну я тебя в прошлом на куски порвал. Это сейчас ты живой, да? Вот эту фишку я не понял, как это работает, почему он оказался живой в двух временах и всякое такое, но как бы ладно. Шестеренки голода закрутились быстрее, это меня не очень радует. Это вообще отвратительно. И на данный момент я сейчас балансирую, блин, буквально на краю от того, чтобы просто не продуть эту игру к черту. Мне кажется... Блин, ну... А, это не заражение крови, мне показалось. Я это голодание перепутал с заражением крови, на секундочку. Я слабею от голода. Все слабеют от голода, всем хорошо, я понял, да. А, да, это же выход у нас... Угу, все, понял. Ладно, мы сейчас с вами, наверное, пойдем к торговцу. Да ну выйдешь ты ж. Это... Мы куда сейчас выйдем? Нет, не сюда. Мне нужно вернуться... Блин. Да я знаю, что девочке кирдык уже скоро, она это психанет. Мне нужно побыстрее дойти сейчас до торговца, купить у него зелье менталочки. Вот, и с зельями менталочки мы сможем уже хоть... Ты кто? Чё это за фигня? Уйди отсюда нафиг. Все, я пошел в другое измерение. Фух. И что это было? Махабры.
А! Эй-да! Не-не-не-не-не, чувак, у меня хилок нет, уйди! Иди сюда. Лох, трусы в горох. Ладно. Уйди, 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 уйди. Нафиг, нафиг, нафиг тебя. Блин, а они теперь в обоих измерениях, типа, существуют? Черт. Дай я к сейву пройду. Да чтоб тебя! А у меня это... блин... Мне как бы сохраниться надо, я там босса убивал, ну чё ты делаешь? У него еще какое-то сердце, еще какой-то отросток. Еще и промах, ну конечно. 10.57. Ай! Ай, блин! Потеряла руку! Так, минус нога, хорошо. Да ну офигеть просто сейчас! И чё мне с ним делать? Две решки. Так мне все равно придется переигрывать, мне толку от этого нету. Блин, я убил босса, чтобы вот так слиться на каком-то мобе. Да ну блин, офигеть, вот мне сейчас обидно. Чем ты меня бьешь, блин? Одни отростки пооставались. Почему моб сильнее, блин, босса? Ну ладно, не сильнее, но елки-палки. Нет, не хочу. Не хочу обыскать бледного ангела. Типа я с него бледную кожу сейчас могу снять. Да, я вас понял. Мне до сейва не дали дойти. Ну что за свинство? Ладно, сейчас, ребят. Блин, ребят, я там решил сначала сходить типа в магазик и случайно нарвался на этого чувака. Никогда с ним раньше не дрался. Ай, блин. О, у него и такая штука есть. Ну, давайте я ему типа сначала руки поотрубаю. Уж не знаю, как это все будет. На... Не надо. Дарс напугана. Но мы его просто взорвали, он оказался никчемным. Камень душ, да не хочу, наверное, обыскать. Очень странный молодой человек. То есть, ну, до этого он только просто патрулировал. А сейчас, ну, он такой, типа, вышел, и мы его убили, и все. И на этом разговор с ним был закончен. Ладно, я просто подумал, что будет интересно, для вас будет интересно на это глянуть. Хотя, блин, кому я это говорю, вы это все лучше меня, в общем-то, знаете. Ну, что-то новенькое в геймплее, поэтому я решил вам это показать. Хорошо. Блин, слабеет от голода. Это не прикольно, то, что вы слабеете от голода. Шишка, сыр. В общем, да, с едой у меня катастрофа. У меня до сих пор вот остались все эти... А давай я тебе ногу скормлю. Нормально?
Не, погодите, это не туда что-то. Короче, не мудрим, идем. Что мне делать? Я пошел, закупился, в общем-то, этими флакончиками разума. Блин, разум 65 уже, офигеть. Она с миазмой до сих пор ходит. Сейчас, если случится вот этот барабум, то будет неприкольно. Ну, в общем-то, ладно. Я же говорю, закупился флакончиками разума и закупился флакончиками тела. Мне кажется, что это хилки, хотя кто ж его, типа, знает, как она на самом деле. Так, нет, не то. Сделай, пожалуйста, еще две смеси мне. Две хилочки. Слабеет от голода. Я ее покормлю, не в том дело. Ладно. Давайте тогда повоюю с красным пацанчиком, и мы с вами... Хотите увидеть последний? Давайте я тогда вас на этот, на второй бой вытащу, потому что первый бой, наверное, будет не очень интересный. Кстати, прикол в том, что вот здесь, где-то в этом районе, начинает набираться менталка. Я не знаю почему. Я подожду, постою, потому что, ну... Хотя, блин, голод. Черт, голод уходит, голод неприятно. Ладно. Просто если поднабралась бы менталочка, мне это важно. А, еще кое-что, раз уж мы тут стоим. Я вот забыл же, что я в прошлый раз, позапрошлый, когда это было, в общем, снял с чувака железную маску, которая на нас напала, и она оказалась лучше по защите, чем каменная корона, и поэтому я ее делал. Также я на Дарс нацепил монокль, чтобы она лучше попадала, потому что проблемы с попаданием у нас были. Теперь она, ну, как бы, собственным оружием владеет, ну, не двуручным, а одноручным, и также ей накинул монокль. Минуточку, а голод? Голод 60 у наших вот этих вот уже. Сейчас всех надо быстренько подкормить, я думаю. Еды у меня вообще тогда ни черта не останется. Но с другой стороны, это последнее, что нам тут нужно сделать. Знаете что? Возможно, я думаю, что у нас сегодня по времени хватит. Мне главное после этого до сохранения там... А, собственно, что я туплю-то? У меня же есть книжка сохранения. Ай, я почему это в прошлый раз не использовал? Ладно, пошли супер мясного пацана мутузить. Ладно, ребят, мы опять здесь. Итак, что я заметил? То, что по... Можно, конечно, отбивать руки, это, конечно, все классно, но по корпусу проходит гораздо больше урона, чем по рукам, раз уж на то пошло. Поэтому, наверное, я рискну и получу немножко дополнительного урона. Посмотрим вообще, как это все будет работать. Если еще и волчица промахиваться не будет, это... Ну, то есть, вот сейчас она обалденно сделала. Отбей ему руку! Ладно. Вот, отступает, вот, мы его за один раз отбросили. Теперь лупим по кольцам. Да ну тебя нафиг с твоим этим... Как же бесит-то. О, молодец, сразу кровотечение повесили. Атаку. Сюда. Так, девочка, предмет. Где у нас там был флакон? Эликсир тела. На себя. Давай. И атаку по второму кольцу. Блин, промазали. Есть! Какой промах! Так, кольцо заклинивает. Супер. Ай, ладно, ее чуть-чуть... Чуть-чуть переколбасила. Это не так много. Хорошо. Девочка, предмет. Па-па-па-па-пам. Короче, не остановить. Потом. Давайте взрывной. Да, давайте взрывной. Вот целиком. Так, и ты атаку. Ну, давай тоже по третьему, чтобы его заклинило, если вдруг что. Да иди нафиг! Есть. Третье колесо заклинило. Отлично. Блин, это нужно было синхронизировать, чтобы... Так, хорошо. Ты бьешь по этому. Ты взрывной флакон сюда. А
А ты бьешь по второму, чтобы их заклинило одновременно нужно. Так, есть, первая заклинила. Второе заклинило. Теперь уязвимо. Все, фигачим. Он испугался. Да иди ты нафиг со своей атакой. Я не то атаковать нажал, ладно. У меня, по-моему, нету двух зеленых травок, да? Вот в чем проблема. Черт! Оно опять раскрутилось. Так, хорошо, атака по третьему. Предмет. Да, зеленый, кстати, у меня только одна. Если. Если эликсир тела не лечит вот это заражение крови, то, собственно, нам хана. Можно будет переигрывать из-за такой фигни. Так, хорошо, взрывного флакона у меня тоже не осталось. Ну, хотя бы кусок ткани на тебе. Так, а ты по второму. В прошлый раз, блин, мы так слаженно все это сделали. О, цепи. Все, девочки, пока. Так. Третье колесо заклинило. Второе колесо заклинило, да. Теперь его можно убить, конечно. Сейчас, смотрите, он сейчас просто сдохнет. Да. Убил девочку, все, доволен такой, короче. Я пошел отсюда. Твою за ногу, это печально. Да, я побеждаю, я знаю, спасибо. Ух. Ребят, я его ушатал. Не знаю, я раза 4 сейчас ходил. Каждый раз что-то, блин, шло не так. Твою за ногу. Так, где моя зеленая трава? Как раз одна, которая у меня осталась. Спасибо, на тебе. Ах, обрывки ткани. Фу. Короче, тварь насажала почти все мои хилки. У меня остался один эликсир тела. Это последняя хилка, которая у меня осталась. В переулках становится подозрительно тихо, блин, как я тебя понимаю. А, книги, к черту все. Да, я понимаю, что у меня один остался, книга просветления. Я, вот мне это место потом будет в кошмарах сниться, идите к черту. А, все. Если я сейчас где-то нарвусь на какую-то фиговину, мне уже будет на это пофиг, потому что я сохранился. Как же бесит. Ну, нет, я понимаю, что отчасти... Все это происходит и по моей вине, потому что... Ну, мы очень много здесь топчемся на одном месте. Лут мы тут весь уже пособирали. А новые враги все продолжают и продолжают появляться. Поэтому... Если бы я это место прошел бы быстрее, то у меня было бы больше запасов. Соответственно, все места, если бы я проходил бы побыстрее, то у меня было бы больше запасов. Я сейчас страдаю от... Фу, блин, чтоб меня напугал опять. Я сейчас страдаю именно потому, как я прохожу. Я прохожу медленно, не торопясь. И из-за этого... Ну, игра-то на время, по сути. На менталку и на хавчики. То, что у меня нет сейчас хавчика... И нет хилок и всякое такое. Это больше, по большей части моя вина. Но это первое прохождение. Так что я это, в принципе, немножечко принимаю. Другая фишка в том, я начинаю задумываться, есть ли у меня вообще шансы пройти эту игру. Потому что каждое следующее место я прохожу прям вот... Ну вот почти, ну вот-вот. Вот постоянно с какой-нибудь там последней хилочкой, там с какой-нибудь последней баночкой. И прям вот... да, хорош. Прям на краю все получается. Поэтому у меня большие сомнения, смогу ли я пройти игру вот так вот с первого раза. Но с другой стороны, мы много чего увидели уже, и это прикольно. Где там сверху оно было? Мне маячок надо подрубить. А иди ты в задницу, слушай. Я таких, как ты, уже знаю. Все.
Вали отсюда. Пойду я, наверное, по светлоте, раз они, я так понял, и тут, и там существуют, уж не знаю. Девочка ищет утешение. Девочка может, знаете, куда пойти? Оно там? Оно там, конечно же. Мне с ним драться вот вообще не с руки сейчас, потому что, ну... У меня нет хилок, чтобы с ним драться. Давай, 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 иди сюда. Ладно, одного дурачка обманули. Надо второго дурачка обмануть. Слабеет от голода. Все слабеют от голода. Короче, хавчика у меня нету. Это печально. Я, конечно же, прочитал ваш коммент по поводу того... Зайди! Фух. По поводу того, что нужно бы сходить к морскому чудищу, там свиточек на хождение по воде заюзать, и мы там сможем получить некоторые финтифлюшечки прикольные. Это нужно сделать, но проблема в том, что... Это, наверное, далеко. Я просто проголодаюсь, пока туда дойду, я не знаю. Сохранюсь еще здесь. И пойдем в башню. И в башню нам нужно прийти, вот, по-моему, в старом мире, в светлом, да? Чтобы попасть в ту кровать. Ну, пойдемте, там не так далеко, поэтому пойдемте сходим. Па-пара-па-пам. А, минуточку, а в каком мире? А, это получается в новом мире у нас там драконы, эта вся фигня лежит, да? Хорошо. Так. Что я хочу? Что я хочу? Я хочу есть. Не, но есть у меня нечего. Прям вообще на этот раз. Не... А, не, у меня есть еще репа. Ее можно почесать. А ее можно поесть. Блин, вот еды вообще нет. Все, быстро сейчас дуем в эту... В башню. В бесконечную. Тут вроде как совсем недалеко, я надеюсь, нам хватит. То, что они слабеют от голода, вот меня это вообще фишка как-то не устраивает. Потому что им же драться там нужно, все дела, а они недееспособны вообще. Мне как... Кстати, вон там сундучки, вы видите? А к ним я не попадал. А это как вообще? Девочка может поискать утешение где угодно. Кстати, хочу ли я сохраняться? Чтоб каждый раз сюда не ходить, давайте. Что у нее с психикой? Ну, такое. Короче, девочка... А, блин, 67. На скольких процентах там этот начинает бунтовать? Миазма. Интересно, как это все происходит. Я на самом деле не знаю, куда я там в башню пойду, потому что в прошлый раз мне показалось все абсолютно логично и абсолютно нормально. Но вот, почитав немножечко лора, я так понимаю, что нам сюда сейчас. Тут у нас, кстати, даже сохранение без монетки. Это вообще законно. Вот, и вроде как я там не все досмотрел, поэтому мы сейчас... А, да, вот... Сможешь что-то не так? Соберись, тряпка! Так, не волнуйся, я позабочусь. Похоже, ее больше не успокаивают. Зельку на. Выпивает эликсир. Выглядит напуганное присутствие, похоже, успокаивает. Все, отлично. Давайте я еще раз сохранюсь, чтобы у нас каждый раз не было такого концерта. Все, хорошо. Получается, двух басетских мы с вами завалили, причем тот с мозгами, то ли мне так повезло, что он нормально отъехал,
То ли, я уж не знаю, потому что мясной пацан доставил реально очень много неприятностей. Прям вот очень много. Эта тварина... Прям вот у нее сколько там, одна стадия, потом вторая, потом с кольцами, потом еще убежать от него надо, и... Такой душнецкий босс. И причем, я же говорю, было бы у меня чуть-чуть побольше ресов, там, побольше хилок, побольше, там, не знаю, еще чего-нибудь, то тут, то там, чтобы мне не приходилось дотягивать до последнего, я бы его завалил бы довольно легко. Блин, что тебе... Удар с менталкой 61. Если у нее миазма психанет. Блин, я надеюсь, что миазма до 50 не бунтует. Я подожду до 50, а потом посмотрим. Та-та-та-та-та, отдохнуть. Только ты засыпаешь, беспокойные сны. Да, вот этот сон, мы здесь были. И здесь, в принципе, ничего такого. Вот, Энки мы тут видели, и в борделе мы видели... Погодите, а куда сейчас идти-то? Я что-то забыл? Новые боги, они принесут то-то, все это, прошлые тысячелетия были, бла-бла-бла. Такие статуи, типа, что я наделал? Так, вот этим чувакам, ну, я думаю, что попадаться, наверное, ж не надо, да? Дверь плотно заперта. С чем я ей поздравляю. А где у нас там проход был-то? Мне казалось, что тут возле Энки был проход. Ну ладно, возможно, я что-то путаю. Может, здесь? Чумные должны были сидеть. А, вот и чумные, собственно. Да, все хорошо. Все нормально. Вот! Стойте, может быть, по крови надо как-то... А, я, видимо, не туда зашел в прошлый раз. Надо было по крови идти. Точно! Вот в чем мой косяк. Это ж история нашего перса, поэтому... Ой, блин, собаки. Собаки — это нехорошо. Иди нафиг! Блин, вот тут мясо. О, серьезно, вот этого мы еще не видели, погоди. Этого просто не может быть. Непростительно. Непростительно! Ой, сырое мясо, хоть собачку накормлю. Факел! Я их не видел уже лет 300. Кусок ткани и палку. Хорошо. Идемте в дом. Погоди. Это мы что, сейчас что-то драться будем, да? Ты кто вообще такая? Бабуль. А... Блин, я хотел... Может, мы поговорим? А с другой стороны, ну... Он же там забежал, там... Вроде не было никого живого. Дайте я ее просто завалю и все. У меня еще два взрывных флакона. Эликсир тела есть. Арабскими методами будем камнями в женщин кидать. Ну-ну. Кстати, маловато. 283, уязвим. Че, все? Фига себе, ты кто такой? Нога. Торс. Нога. Средняя, блин, рука, что? Ну, давайте, черт его. Дайте гренку.
Вот по вот этому всему ударь, пожалуйста. Твою за ногу. Какой промах! Предмет, на еще разочек взорви это все нафиг. А ты по ноге ударь. Одна хп осталась! Она же сейчас сдохнет! Что это за терминатор, блин? Она, по крайней мере, перестала брыкаться. Фух. Высокогорье. Они верят, что ты тот, кто и был описан в пророчествах. Эти древние тексты всего лишь детская игра слов. Это, конечно же, не значит, что я не могу использовать их в своих же интересах. Но, если так подумать, некоторые вещи пророчества пугающе точны. Они говорят о светловолосом мужчине, что может сравниться с богами как силой, так и внеземной красотой. Это, кстати, Легард. Тот перец, который у нас в тюрьме сгнил. Я подумал, что старые боги чертовски уродливы. Я думал. Только не говори мне, что тоже купилась на все это. Нильван, которая из новых богов, предположительно, очень красивая, какие измученный до того, как стал им. Измученный это мидбой, что ли? В текстах также говорится, что тот, кто объединит все враждующие страны не силой золотого посоха, а силой дюжины вил. Ну, все короли ненавидят меня, так что могу согласиться только с одной фразой. Я буду стремиться объединить все эти земли, неважно, написано ли это в пророчестве или нет. Неважно, какую цену я должен буду заплатить. Но я чувствую, что достаточно близок к достижению своей цели. Но последний шаг, он непонятен, он будто сокрыт в тумане. Я не уверен, что это тот путь к достижению всего этого. Что ты имеешь в виду? Ты всего в шаге от основания своего собственного королевства и того, чтобы стать одним из самых легендарных правителей нашего времени. Из тебя получился бы великий правитель, я уверена в этом. Обычный люд обожает тебя. Я уверена в этом, сказала она. И все же, какая разница? История не раз доказывала, что порядок, добро, спокойствие недолговечны. Мне нужно что-то определенное, что-то безупречное. Мне нужно быть выше королей и королев нашего времени. Так значит, последний шаг не окутан в тумане. Он на самом деле лежит во тьме. Легард, я хотела бы спросить, какая цель у этой компании на севере? Я не до конца понимаю важность расширения нашего правления. Честно говоря, боюсь, что эта компания может нехорошо отразиться на твоей репутации. Спасибо за твои честные слова, Дарс. Однако я уже все спланировал. Компания на севере жизненно важна для моих планов. У них есть то, что принадлежит мне. Что-то, что должно принадлежать тебе? О чем речь? Я должен достичь больших высот. Это единственный путь. Или больших высот. Больших, я думаю. Новый бог с обнаженной грудью возникает перед тобой. Женщина окидывает девочку быстрым взглядом. О, новая.
Похоже, что девочка нервничает рядом с новой богиней. И я должна просить тебя об услуге. Наше время пришло, эта форма существования не тот ответ, которого мы искали. Дабы человечество стало свободным, нам необходимо нечто большее. Нам нужно нечто сопоставимое с ними в размерах и статусе. Нильван массирует свой слегка набухший живот. Серьезно? Пожалуйста, молю тебя, уведи мое дитя отсюда. Отведи ее к сердцу тьмы. Я с радостью отдам тебе свою душу, если ты согласишься исполнить мою просьбу. Мое дитя. И она смотрит на девочку. Возможно ли, что она сделает девочку воплощением своего дитя? Если я сейчас соглашусь, то получается, девочка просто исчезнет и станет носителем? Или я все не так понял? Ладно, Прока. Спасибо тебе. Нильван в последний раз смотрит на девочку. Девочка прячется за тебя. Ты получаешь... О, вот зачем я здесь был. Я получаю бесконечную душу. Ты просыпаешься. И что я делаю первым делом, так это А у них у всех заражение крови, да? Пью за ногу. И что мне теперь с этим делать? Они же сдохнут нафиг. Эликсир тела не лечит заражение крови. Придется перепроходить эту бабку, что ли? Твою. Ладно, сейчас вернемся, ребят, погодите. Ребят, я сходил к ней еще пару раз, и что-то как-то не получается, но я кое-что прошляпил и уже потом это понял. У меня же есть, я насобирал грибов, поэтому у меня есть грибное рагу. Что я сейчас предлагаю сделать? Наверное, закончим серию. Я сейчас еще раз сохранюсь после грибного рагу. То, что я его наделал, мы потом сможем его похавать. Вроде как у нас на пути не особо-то где-то враги будут. Я хочу, наверное, в следующей серии пойти все-таки к морскому чудовищу, перейти там через воду, посмотреть, что за ништяки. У нас есть зелье менталки, у нас есть хавчик. То есть мы можем туда пойти вообще в ноль, убить весь наш голод и все-все-все, потом вернуться сюда, похавать. Может, я где-то найду зеленую траву, потому что она оставляет заражение крови. И против этого заражения крови я ничего не могу сделать. У меня в конце концов кто-то потом сдохнет. И это моя сейчас основная проблема. Я ее убиваю. Я ее убиваю, это не проблема. Проблема в том, что у нее три руки. И я не могу эти три руки отрезать быстрее, чем она навесит заражение крови кому-то. Поэтому на этом моменте останавливаемся. Сейчас, в следующей серии, начнем с того, что чешем обратно к морскому чудовищу за ништяками. По пути пытаемся найти что-нибудь, и уже из этого будем сходить. То есть я так понимаю, что наш ключ к продвижению дальше, вот эта душа, которую мы получаем от богини. Но душу от богини мы можем получить, исключительно убив бабку. А бабка — это проблемы. Как-то так. Ладно, хотя бы с суперместным пацаном справились. Все, ребяшки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек, всем покеда.